Слава Богу! Слава Иисусу Христу, Спасителю нашему Господу! Да, братья, сестры, добрый вечер! Кто подключается, кто подключился уже, кто подключается, добрый вечер всем! Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя. Приветствую всем, приветствую всех из Киева. Слава Богу, дорогие друзья, добрый вечер. Да, вот 6 часов, да, по киевскому времени, 6 вечера. Вот, сегодня у нас 11 апреля 2019 год. А в библейском исчислении... Вот то по гражданскому календарю, а в библейском исчислении завершение уже 6 числа месяца Нисан. 6 Нисана. Слава Богу. Да, и сегодня вечером начинается уже 7 число месяца Нисан. Вот, как написано в Библии, с вечера, да, до вечера день такой идет, библейский, в библейском исчислении. И был вечер, и было утро, день там такой-то. Вот, и сегодня тоже я преломляю хлеб, молюсь, вот, и, знаете, да, купил здесь у татар хлебушек, вот, и, знаете, вот, преломляю хлеб, рассуждаю о таинстве спасения, о жизни, которую Он дает нам. Жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Он себя назвал хлебом, хлебом жизни. Вот, и живым хлебом, хлебом, дающий жизнь. Как физический хлеб. Как вот пелось раньше, да? Хлеб всему голова. Ты запомни, сынок, золотые слова. Хлеб всему голова. Один из самых лучших запахов вообще во вселенной нашей тварной. На этой земле. Это запах хлеба. Мой любимый запах. Один из самых лучших запахов вообще на земле. Это запах хлеба на самом деле. Спасибо тебе, Господь. Вот, и мы молимся такой молитвой. Благословляем Бога и благодарим. Благословен Бог наш, давший нам хлеб из земли. Мы благодарим Арец, да, из земли именно. Он как бы произращивает нам хлеб из земли. И благодарим Бога каждый раз, вот, преломляя хлеб, мы говорим, благословен Бог наш, давший нам хлеб из земли. Но также мы, как новозаветные верующие, да, мы молимся еще и несколько иначе. Мы говорим, благословен Бог наш, я лично говорю часто в молитве так, как раз преломляя хлеб, благословен Бог наш, давший нам хлеб с небес, хлеб с неба, небесный хлеб. Да, это сам Иисус Христос, это сам Иешуа Машиах, Иисус Христос, Сын Божий и Сын Человеческий. Удивительно. Он назвал себя хлебом, и он и есть этот хлеб жизни, сошедший с небес. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Да, был прообраз великий в Библии. Во время исхода мы читаем, когда вышли из Египта наши отцы, да, то Бог питал манной. Это хлеб ангельский, который ел человек. Да, ангельский хлеб кушал человек. Вот такая история. Удивительная история любви. Удивительная история, да, Бог. Он по своей великой любви, Он миловал и питал народ свой прямо в пустыне, посылая им ангельский хлебушек. Наверное, ангелы были в шоке. Удивление. При великом удивлении. Как так? Ха, наш хлеб теперь ест человек.
Вот, но они еще более, конечно, были удивлены 2000 лет назад, когда... То есть 3331 год назад они были просто в шоке, конечно. Они просто были удивлены, как ангельский хлеб ел человек. Но 2000 лет назад, без малого, да, они вообще были просто в недоумении. Как так? Сын человеческий, Сын Божий и Спаситель Господь, Он есть хлеб жизни. Вот, и уже 2000-летия, да, без малого 2000-летия, уже скоро, такой юбилей 2000-летний будет уже в 30-м году, да, можно будет отметить, да и мы отметим, конечно же, в 30-м году собором таким, евхаристическим собором таким, да, собором единства Церкви, Царства Божьего. В честь 2000-летия христианства. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Потому что, да, в 30-м году нашей эры, да, Иисус Христос, Иешуа Машиах, Он совершил с учениками своими последнюю пасхальную вечерю Ветхого Завета и уже первую пасхальную вечерю уже Нового Завета. Удивительно, да. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Сегодня я преломляю хлеб и благодарю Бога за все, за все. Аллилуйя. Аллилуйя. Да, друзья, и молюсь. Я не знаю, великое таинство, на самом деле, великая тайна. Как так? Сын Божий, Сын Человеческий, Иисус Христос в двух таких этих ипостасях, в двух таких этих естествах. Бог и человек, человек и Бог. Вот, и размышляя о том, что кровью Иисуса Христа, Его ранами я спасен, я исцелен. Как? О, человеческому уму непостижимо, да, на самом деле. Но с Богом постижимо непостижимое. И в Боге постижимо непостижимое. Спасибо тебе, Господь. Вот, и сегодня я преломляю хлеб этим вечером, рассуждая о теле и крови Господа Иисуса Христа, приготовляя свое сердце к празднованию календарной Пасхи, я восхищаюсь моим Богом, который есть моя Пасха. Не просто календарная, а вообще каждодневная, постоянная Пасха моя. Моя Пасха – это сам Христос, сам Иисус Христос. Он является моей Пасхой. Благодарю Бога Всемогущего. Календарная Пасха уже скоро, уже не за горами, да, уже не за горами. Ждем уже этой Пасхи. Календарная Пасха, да, у нас в этом году, получается, да, 19 апреля в этом году, да, это у нас что? Это у нас 14 Ниссана, да. Вот, 20 апреля это будет уже соответствовать, получается, 15 Ниссана. Вот, поэтому... Да, вот мы еще и накануне 13-го Ниссана, как раз с вечера тоже, ночь с 13-го на 14-го Ниссана тоже будем молиться. Вот, в самом начале 14-го Ниссана. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо. Иисус тоже пораньше совершил Пасху, это последнюю, ел Пасху, раньше, чем весь остальной Израиль. Вместе с учениками своими, по такой традиции, уже сложившейся тогда, определенной иессейской, да, Иисус обличал и фарисеев, и саддукеев, и книжников, но вот иессеев, и зелотов не обличал, потому что их невозможно было обличить в лицемерии, в религиозном ханжестве, в лицемерии нет, они были искренни. И одна, и другая фракция такая, две крайние такие фракции тогдашнего иудаизма.
О, спасибо тебе, Господь, спасибо. Слава тебе, слава. Слава тебе и хвала, Боже всемогущий. Благодарю тебя в этот вечерний час. Благодарю тебя, Господь, Боже. В эти дни, Господь, предвкушая Пасху, в преддверии Пасхи, я благодарю тебя, Господь, благодарю тебя и благословляю великое имя Твое. Аллилуйя! 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 Слава, слава, слава тебе, мой Бог и Царь! Слава, 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 великий Государь! Слава, Отец мой, Бог мой! Аллилуйя! Яхве, Иегова, Бог Авраама, Исаака, Израиля, Ава, Отче, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя за жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую во Христе Иисусе Господе нашем. Благодарю Тебя, Господь, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Пасха наша, Христос, братья, сестры, заклан за нас. Аллилуйя. Приближается календарная Пасха, да, приближается уже. Завершается сегодня вот 6-е Нисана. Сегодня вечером начинается уже 7-е число. Уже 7-е Нисана. День за днем, каждый день приближается Пасха. Вот, и, конечно, да, мы вот 14-15 Нисана будем проводить вот эти вечери, да, будем проводить такие служения пасхальные, вот, вкушая Пасху Господню, благодаря Бога за все, вот, и как новозаветные верующие, вот, в эпоху Третьего Храма, действительно, мы празднуем, и до конца еще это празднование даже не раскрылось еще за эти 2000 лет, оно лишь раскрывается. Мы живем в эпоху благословенного третьего храма уже Божьего, третьего храма великого, который созидается из живых камней, не из мертвых камней, из живых камней. Основанием этого третьего храма уже сам Господь Иисус Христос и Иешуа Машиах. Сам Машиах является фундаментом, основанием. Аллилуйя! Наш президент Машиах. Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, Господь, за все, спасибо, спасибо, спасибо. О, спасибо. Да, был в древности первый храм, да, потом по грехам нашим был он разрушен. Потом было время второго храма, вот, но он тоже был разрушен. По словам Машиаха, сам Христос сказал, что камни на камне не останется, все будет разрушено. И на самом деле так оно и произошло. Камни на камне не осталось, все разрушено. Но у нас есть великое утешение. В то время, когда еще храм еще тот стоял, второй, еще перед тем, как он был разрушен, как раз между тем, как пророчество Машиаха было провозглашено, что камни на камне не останется, все будет разрушено. Это было в 30-м году, получается, нашей эры. И исполнением этого пророчества, что произошло в 70-м году нашей эры, то есть вот 40 лет Господь ожидал покаяния своих еврейских детей, первенца, возвращения. 40 лет было этого ожидания. И в это время, как раз этого ожидания, этого 40-летия, были написаны послания апостольские, в частности, вот послание апостола Павла к Коринфянам, в котором он пишет: «Разве не знаете, что вы теперь храм Божий? Теперь это вы, храм Божий святой, и храм Божий это вы, живые камни, живые верующие, что глава церкви сам Христос». Да, глава церкви сам Иисус Христос, он фундамент, основание, и он глава, купол завершения этого храма, сам Иисус Христос. И весь этот храм святой в Господе, он является телом Машиаха, телом Христа, телом Иисуса. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Святой, спасибо. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной. Благословен. Сегодня вечером совершаем тоже хлебопреломление, причастие, Евхаристию.
за Голгофу, за кровь, я тебя благодарю за воскресенье твое, за победу твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю тебя, Господь, за исцеление твое. Боже, я исцелен кровью Иисуса Христа, Агнца твоего. Я спасен, прощен, полностью прощен, да, через кровь святую Агнца твоего. Я освобожден через великую жертву, великую жертвенную любовь Твою. Благодарю Тебя, Господь, за тело и кровь Твои. Благодарю Тебя, Господь. И молюсь сегодня, поднимая хлеб, я молюсь сегодня такими словами. Благословен Бог наш, Царь всей вселенной, давший нам хлеб из земли. Аминь. И благословен Бог наш, наипаче, благословен Ты, Создатель мира, давший нам хлеб с небес, Иисуса Христа, праведника, аллилуйя, Агнца своего, от века закланного, Господа и Спасителя моего, Целителя моего, Освободителя моего, Иисуса Христа. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу! Благословен Бог наш, Царь всей вселенной, давший нам плод виноградной лозы. Благодарим Тебя, Господь! Я благодарю Тебя за лозу земную, Боже! А наипаче также благодарю Тебя за лозу небесную. Ты великий виноградарь. Благодарю Тебя, Господь, за нашу великую лозу Иисуса Христа, жизнь вечную. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Спасибо Тебе, Святой! Спасибо Тебе, Господь! Спасибо, спасибо! Благословен Господь! Благословен Бог наш! Аллилуйя! Благословен Бог наш. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За воскресенье твое, за победу твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Аллилуйя, аллилуйя. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Царь мой, Иегова, Творец неба и земли. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, брат мой, царь мой, друг мой, целитель мой. Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной, утешитель мой. За все я благодарю, я Тебя, Господь, люблю. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю
Тебя, Отец мой, Бог мой, аллилуйя. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой. Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой. За все я благодарю, я Тебя, мой Бог, люблю. Я Тебя, Господь, люблю, и за все благодарю. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе! Благодарю Тебя за этот вечерний час. Благодарю Тебя, Господь, за приближающуюся Пасху календарную. Благодарю Тебя за нашу вечную Пасху, которая есть Ты сам, Господь наш. Наша Пасха, Христос, заклан за нас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Да, а сегодня преломляю я вот такой хлеб квасный. Вот. Смерть Господню возвещаю, доколе Он придет. Смерть Господню возвещаю с великой, превеликой радостью. Возвещаю смерть моего возлюбленного Господа. Это великая радость, непонятная людям многим, а неверующим вообще кажущаяся чем-то странным. Но мы радуемся смерти нашего возлюбленного, потому что это жизнь наша. Он умер от любви, Он умер за нас, Он умер, и во Христе Иисусе Бог примирил с собой весь мир. И поэтому смерть мы Господню возвещаем, доколе Он придет на этой земле, всему миру возвещаем смерть Господню. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь. Спасибо за эту радостную весть, за это Евангелие спасения, Господь, жизни вечной, Царства Твоего. Благодарю Тебя, Господь, телом ломимым Твоим, Господь, кровушкой Твоей пролившейся, Господь, на Голгофском кресте. Я спасен, я исцелен, благословлен всеми благословениями небес. Слава Тебе, Господь. Ешьте, пейте на здоровье, братья и сестры. Вкушайте. Размышляйте о теле крови Христа, Иисуса, Господа, Спасителя. И тело Христа, и кровь Христа, принимая сейчас, рассуждайте в полном объеме об этом таинстве, что я спасен, я исцелен, я благословлен. И все это благодаря крови Христа, ломимому телу Его. Аминь. Ты во мне, а я в тебе. Христос в нас, упование славы, самая великая тайна во Вселенной. Спасибо. Аминь. 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 Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо, Господь, спасибо. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь вечную. Благодарю Тебя, Господь, за спасение, спасение Твое. Аллилуйя. Спасибо, Господь, спасибо Тебе, Царь Вселенной. Аллилуйя. Аллилуйя, спасибо, 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 возлюбленный мой, спасибо. Утешитель мой, спасибо, целитель мой, освободитель мой. Спасибо, Господь и Спаситель, Иисус Христос. Иисус,
Иисус, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя. Спасибо, Господь, спасибо. Благословляю вас, братики и сестрички, дочечки и сыночки небесного нашего папочки, нашего Авы. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Ешьте, пейте, друзья, рассуждайте о крови Христа, о теле Христа. Спасибо тебе, Господь. Да, вот уже вечереет уже в Киеве, вечереет уже, и начинается новый день. Начинается новый день. Седьмое Ниссана. Сегодня уже, да, наступает седьмое Ниссана. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя. Спасибо, спасибо, спасибо. Да, это пятница. Наступающая сейчас. Седьмое Ниссана. Время приготовлений. И к шабату, конечно, вот последний день приготовления к шабату. Шестой день творения, воспоминания творения человека. Это как бы наш такой, я как говорю, общечеловеческий такой день рождения. Потому что в шестой день Бог нас сотворил, наших пращуров, наших праотцов, да. Праотца нашего, имею в виду Адама и нашу прамаму Еву. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за все, Господь. Благослови, Господь, благослови сегодня миром народ свой. И эта пятница, седьмое Ниссана, пусть будет временем приготовления и к шабату, и приготовлением к Песаху, к Пасхе. Спасибо тебе, Господь. Да, друзья, остается неделя до Пасхи. Вот. Уже 13-го Ниссана мы проведем служение пасхальное тоже, посвященное как раз Пасхе. Вот вечером как раз получается 18 апреля вечером проведем такое служение. Потом 19-го проведем два служения тоже, утром и вечером. Вот и в ночь вот тоже с 19 на 20 апреля. С 14 на 15 Ниссана тоже проведем такой седер Песах. О, спасибо тебе, Господь, спасибо. Благословляю всех вас в этот вечерний час во имя Господне. Из города Киева, с нашей Киевской архиепископии, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев. Благословляю вас всех, друзья, во имя Господне. Благословляю ваши дома, родные, ближних. Благословляю Израиль. Благословляю Иерусалим сегодня. Благословляю во имя Господне, во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Благословляю. Спою еще на иврите вот именно благословение Иерусалиму. Благословение столице возрожденного еврейского государства. Городу Иерусалиму. И также, конечно, всему Израилю пою благословение. И всем евреям в рассеянии, всем рассеянным евреям тоже пою благословение. И всем народам нашей истрадавшейся земли пою это благословение. Аллилуйя. Еверехеха Адонай ве ишмареха. Яхер Адонай панавелейха. Вихунеха, Иса Адонай панавелейха, веяселеха шалом. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Бешем Иешуа Гамашиах, Иешуа Машихейну,
во имя Иисуса Христа Мессии. Аминь, аминь, аминь. С миром Божьим, братья, сестры, дорогие друзья. С миром Божьим. Вот, и да, вот завтра утром уже в 6 утра подключайтесь к трансляции с утренней молитвы. Пусть Бог благословит всех вас. Аллилуйя.